Доброго всем утра! Сейчас расскажу про еще один фокус на островах Канарских. Вот тапочки стоят в коридоре. В прихожей стоит стул, кресло даже, вернее, удобное. Тут кухня. Тут у человека кухня. По всей видимости, там, значит, спальня. Ну, понятно, спальня должна быть закрытая. Да? Форточка наверху. Приоткрытая наверху форточка. Ну что, я вам доложу. Ну, видите, конечно, террасу разбили, как говорится, и застекленную террасу разбили. Но, тем не менее, ребята, и это тоже вид жилья, понимаете? И не надо осуждать, и не надо цокать. Потому что вот кому-то так хорошо, вот кто-то так приспособился. Зато у него вид какой на горы, посмотрите. Вон. Ну и люди тут ходят постоянно, так что не страшно.